ноябре 2018 года произошло залив канализации и сточными водами. Ну, вызвали аварийку. Аварийка приехала только уже поздно, тут уже все залилось фекалиями. Здесь все полы поднялись, вздулись. Постоянно падали. Это просто убийство. Стала обращаться по всем инстанциям, ну, в свою управляющую компанию, ООО «Мастер» или как. Вроде бы сначала занялись вопросом, а потом пошли отписки. Отписываются на водоканал, водоканал на управляющую компанию. А я инвалид, практически на месте сижу и могла бы ходить. Но у них надежда такая, что, ну, раз-два придет и забросит это все дело, и все, и закончится. У меня уже начались как бы приступы астмы, потому что сырость. Вот за год полы даже не высохли. Вот, представляете, это просто ужас. Вот все, что там мокро, сыро. Вот, что делать, я без сил. Я не знаю, что мне делать.